Привет, народ! Всех приветствую на своем канале, с вами Резонанс. И сегодня у нас будет легендарнейшее открытие 50 шиноби. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приятного просмотра! Я купил наконец-таки токен, давайте, наверное, приступим. Да, в превьюшке у меня написано 180 свитков, но за небольшой промежуток времени я смог еще немножечко свитков подзаработать. Давайте откручиваем. Первая десятка полетела, что у нас тут? И в первой десятке у нас Карин в шортиках. Очень даже таки неплохо. Особенно с учетом того, что мне очень сейчас нужен именно корм. Именно корм ветра. Так, крутим следующую десяточку свитков. Я уверен в своих силах. Конечно же, уверенно. Так, Сай. Ну, не повезло. Окей, не повезло. Какая-то фигня попадала. Пока что так себе, если честно, идет. На самом деле бы хотелось какого-нибудь персонажа из тьмы, но, к сожалению, упал всего один фиолетовый и света. Ну вы что, меня троллите, что ли? Так, пошли еще десятку. Осторожно, мастер Гай. Понятно. Яматом. Ну, блин, вообще вода особо нафиг не нужна. Тем более, что у меня там уже, по-моему, два девятизвездных персонажа в воде. Окей, Рокли детства. Мимо, мимо, мимо. Все мимо. Очень-очень плохо. Очень плохо идет, окей. Ладно, я на самом деле планирую, по крайней мере, практически все свитки выкрутить. Вы что, серьезно? Блин, с двух круток и не дает ни одного персонажа. О, Ноки. О. Вот, о, Ноки очень-таки даже неплохо. Ладно, посмотрим, кто еще мне может выпасть. Так, давайте. Какой-нибудь Пейн. Цунада, нифига себе. Вообще очень редкий персонаж, клево на самом деле. Цунада я собираю, я хочу ее собрать потом на раскачку, на узы дополнительные. Так, окей, кто у нас еще полетит? И... Ханаби. Окей, то есть Цунада была типа, да, таким билетиком. Вот-вот, держи Цунада, а вот все остальное мы тебе мусор нас. Да вы что, серьезно что ли? Почему так плохо? Прям вот, ну что с удачей? Забуза. Угу. Ну, неплохо, опять же таки, но мне он нафиг не нужен, потому что мне нужен ветер. Но Забуза прям мое почтение. Но мне не нравится количество падения, то есть один из 30 падает, Ямато. Блин, ну давайте, давайте кого-нибудь из тьмы. Пожалуйста, дайте кого-нибудь из тьмы. Нет, ну правда, вы серьезно? Вы... Деньги, на, серьезно, ты не верил. Нет, нет, не молю. Вообще мне ничего не даете. Что за скам-то вообще пошел, я не понимаю. Максимально какой-то скам. И о, Ноки. Скам и он. О. Добрый день, раса. Добрый день. Приветствую в команде. Отлично, два ветра сразу выпало. Кабак. Позволь мне собрать некоторую информацию. Обалдеть. Хотелось бы АПП, но это я уже охренел, наверное, в край. Ладно, окей, я, по крайней мере, рассчитывал немножко на АПП. Но кабак тоже неплохо, мне сейчас тоже нужен очень корм тьмы. Так, окей, откручиваю еще десятку, и на этом мы стомпимся. И с этой десяткой... Да вы что? Да ну вы что? В смысле, вообще ничего не падает-то, алло. Легендарный призыв, так, окей, VIP-3. Сосори. Киллер Би. Почему не ветер? Сосори, вы что, серьезно, что ли? Два сосори к ряду? Может, хватит? Может, хватит? Суигетсу. Ну, какой-то скам, прям максимальный скам. Ладно, и сколько я собрал? Вы серьезно? С 200 свитков я даже не открутил 15 шиноби, с учетом того, что 3 сундучка открыл? Ну, у меня нет слов просто. Это какой-то лютейший скам. Ладно, давайте дочь героя еще соберем по пути. Я как раз ее там докрафтил, Югиту. Какаси Сюсана, мне еще одна, по-моему, копия нужна, чтобы в узах Бариону добить ее. Так, окей. Открываем Легу. Ну... Сомнительно, но окей. Сарутоби вот это уже на самом деле посерьезнее, вот это хорошо. Так, окей, сколько мне необходимо открыть? Поскольку мне нужно открывать шинобиков. Так, собираем отсюда, собираем.
Так, мне еще нужно открыть, получается, 30 штук. Ну, 30 штук, окей. Так, посмотрим, сколько мне нужно. 30 штук. Ну, по десятке предлагаю открывать. Окей, первая десятка полетела. Посмотрим, что в ней. И в ней... Давайте АПП-шечку. АПП-шечку на базу. Если честно, вообще не очень. Окей, следующая десятка. Так, еще десяточку. Ну, давайте. А, все, у меня жертвы забились. Так. Так, я немного перекрафтил шиноби. Давайте дальше еще десяточку открываем. И кто у нас здесь? Югита, моя любовь. Пейн палки, сюда его просто. Дэвы Пейн, Дэвы Пейн чисто. Вообще хорошо, хорошо. Ну и, собственно, еще десятка осталась. Давайте приступим. Так, еще десяточку мне, получается, нужно прокрутить. И посмотреть, кто мне конкретно выпадет. Но я не думаю, что там что-то хорошее упадет. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Один корм всего в тьму упал, к сожалению. Но зато хоть чуть-чуть ветер насыпало. Ну, грустненький призыв. На самом деле... всего призыва только, наверное, из нормального Кабака Цунада. Но за 50, скажем так, героев Кабака Цунада это неплохо. Это довольно-таки неплохо, но, к сожалению, свитки меня абсолютно заскэмили. Ладно, вот такой вот небольшой сборчик у нас был. Всем спасибо, что посмотрели. С вами был Резонанс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще увидимся. Пока-пока.